друзья, добрый день, 3 июня. Вчера обвязали насос, будем готовить к пуску пробному. Поэтому так, маленький ликбез. В очередной раз убеждаюсь в том, что, как говорится, поспешишь, людей не смешишь. Везде у нас в России спешат с ремонтами дорог, и потом люди страдают от того, что все сделано очень неправильно. То же самое сейчас нужно не спешить, а внимательно подготовиться к зиме, и кровли, и отопление, и все остальное нужно хорошенько проверить. И в этом должны принимать общественные деятели, депутаты, у которых даже заканчивается срок. То есть они должны максимально быть открытыми и сигнализировать о ситуации. Это очень важно. Ну, у меня в этом году еще будет 2 обучения. И по результату обучения, наверное, я повышу свой уровень профессионализма в области строительства. Всех хорошего дня, настроения, побольше улыбок. Не мерзните, как мы в Норильске. Вот так вот. Yeah.